Приветик всем! Сегодня у меня посылка. Посылка пришла из Эстонии, от Ланы. Канал «Лана снята без дублей». Подписывайтесь на этот канал, все, кто еще не подписан. Вам там будет интересно. В общем, сняла я адреса, чтобы не светиться, и при вас открываю коробочку. Первое, что я вижу, это каловские конфеты «Мармелад в шоколаде». Эти конфеты я люблю с детства, и сколько бы я ни пробовал мармелада в шоколаде других фирм, это все не то. Фирма Калов – это самые лучшие. Ну, по крайней мере, для меня. Скажу честно, я знала, что посылка идет. Мне было очень приятно ее получить. А с другой стороны, мне было неудобно, что Лане пришлось из-за меня потратиться. А это уже не конфетки. Смотрим, что это такое. А эти маленькие серебристые тарелочки очень подойдут к моему серебряному чайному сервизу. Ну, красота ведь, не правда ли? А дальше у нас опять конфетки. Ссылку на канал Ланы я оставлю внизу под видео в инфобоксе. Зайдя на канал Ланы, вы много узнаете о жизни в Эстонии, да и не только. Еще она и путешествует. А из посылочки я еще все достаю конфеты фирмы Калев. Эти со вкусом рома. В конце вы их не увидите, потому что пока я снимала видео, у меня их просто забрали. Я только успела отвоевать 3. Это точно не конфеты. Посмотрим, что это такое. На упаковке написано «Эстония». Значит, это эстонское производство. А там очень красивая баночка, которая упакована, как бабушкино варенье. Вот мы с вами и распаковали всю посылочку. А в этой баночке находится травяная соль с грибами. Когда ее открыла, она и правда пахнет грибами. Ну что ж, откроем одну из конфеток, которую я успела спасти. Вот так она выглядит внутри. Мне почему-то кажется, что в моем детстве эти конфеты были размером побольше. Но всякое бывает, или меня память подводит, или они действительно стали меньше. Хотя есть одно общее. Они съедаются так же быстро, как и в детстве. Первая упаковочка с зеленым цветом – это жевательные конфетки с вкусом яблока. Вторая – мармелад в шоколаде с вкусом клубники. Третья – мармелад в шоколаде со вкусом клюквы. А четвертая – какао-батончик. А в этих специях я сегодня же отварю куриную грудку. Спасибо большое, Лана, за посылочку и твое внимание. Мне все очень и очень понравилось. Главное, одну упаковку конфет я заныкала и буду есть втихаря, а то в нашем доме от конфет я вижу только бумажки. На этом сегодня и все. Большое спасибо Лане еще раз и жди ответочку.